Всем привет! Сегодня 1 февраля, сегодня пятница. Сегодня я вам расскажу, как можно описать человека, как можно описать лицо человека и как можно описать одежду человека. У меня есть подруга, ее зовут Ира, она живет в Москве. Ира любит рукоделие, она любит шить, вязать, вышивать. И сейчас это ее бизнес. Раньше это было просто хобби, а сейчас это ее бизнес. Она шьет, делает куклы на заказ, специальные сувениры. Эту куклу мне подарила Ира на день рождения несколько лет назад. Эту куклу зовут Сабрина. Она раньше жила в Москве. А сейчас я ее привезла в Лондон. Сейчас эта кукла со мной в Лондоне. Итак, как выглядит Сабрина? Какое у нее лицо? У нее голубые глаза, большие голубые глаза. У нее маленький нос, и она улыбается. Она блондинка, у нее белые волосы, у нее хвост. Волосы собраны в хвост. У нее хвост. Во что одета Сабрина? Сабрина носит модные синие джинсы. У нее красная рубашка в клетку. И на рубашке есть пуговицы. Три пуговицы. Две желтые и одна зеленая пуговица. У Сабрины есть шарфик или шейный платок желтого цвета. У нее есть модная элегантная сумка, коричневая сумка. Какая обувь у Сабрины? У нее спортивная обувь. Это кроссовки или кеды. И последний элемент одежды, последняя деталь, это головной убор. У Сабрины есть красный берет или красная шапка. Есть такая сказка, которая называется «Красная шапочка». Возможно, вы знаете. Но Сабрина не героиня этой сказки. Просто у Сабрины есть тоже красная шапочка. А на шапочке у нее есть значок. Это итальянский флаг. Зеленый, белый и красный. Сабрина итальянка. Ира мне подарила куклу-итальянку, потому что я очень люблю Италию. Итак, теперь вы знаете, как можно описать человека. Пока.